конце марта 2020 года Первый канал представил новый драматический сериал под названием «Заступники». Всего в первом сезоне этого телепроекта было запланировано к показу 16 эпизодов. Главные роли в сериале сыграли такие актеры, как Мари Ворожи и Кирилл Гребенщиков. Многие поклонники сериала интересуется, будет ли продолжение столь полюбившейся картины. По предварительной информации, в случае продления сериала «Заступники» на второй сезон, дата выхода продолжения состоится не ранее весны 2021 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.